фланга и тем самым сузил себе угол обстрела. Но здесь еще, да, по повтору видно, что мяч немножко укатился так с ноги Никиты, и он уже тянулся к нему, как показалось. Да, может быть, из-за этого удар получился не самым точным. Здесь уже заброс, штрафной, и у нас сравнивается счет. Владлен Бабаев. Вот это возвращение в состав Липецкого Металлурга. Шикарный момент. Здесь он Феррейру переиграл, но вот так аргентинец у чужих ворот сработал здорово, у своих немножко недоработал. Ну и очень довольные лица сейчас на скамейке Металлурга Липецкого. Ты знаешь, есть такое ощущение, что ребята-футболисты даже как-то сами не ожидали, что настолько красиво получится забить ворота Енисея. В том плане, что сама комбинация получилась, ну это что-то такое, знаешь, из футбольного симулятора, популярного на различных игровых консолях. И такая закидушечка верхом в штрафную площадь, открывание футболиста в разрез и в одно касание мяч в ворота отправлен. Ну, в общем, красота, да и только 1-1 в Красноярске. Да, как по нотам здесь разыграли. Во-первых, закидушка